Доброе утро. Проснулись, потянулись. Не знаю, смотрели ли вы сейчас наш эфир на Первом канале «Доброе утро», но мне кажется, это был самый веселый мой утренний эфир. Вот, с Данькой мы немножечко вам рассказали про ледниковый период. Всех карт не раскрывали, но, в общем, пишите в комментариях, смотрели ли вы нас сегодня утром. И вообще, кто так рано просыпается, я не понимаю. Целить, успокаивать как-то, да. Бывают сложные тренировки, потому что мы не на льду по там, 5-6 часов в сутки находимся. Mm-hmm. И при этом еще параллельно своими делами занимаемся. Так что когда проект, конечно, сложно. Короткий вопрос, да, Жень. То есть, получается, успокаиваешь, не ругаешься на Дане? Как вы обработаете? Да, обычно Даня меня успокаивает.